Так, приглашем Будела. Да, еще раз пригласим. Так, ну, мистер Финн, я пока познакомлю вас с контингентом. Вот слева, который Баку Джин, это Ильяс. Я Витас. Собака Псина, это Артем. Как бы Unvible Pro Смеда, как бы это мистер Александр. Вот это вот хуян, это Даниил. И последний вот этот вот Даун, это Антон, Антон. Что-то страха нет. Страха, ну у меня написано ты хуяна до сих пор. Ты, видимо, на сервере переволновался, да, он придурок. Да. Ясно. Так что как бы, а это мистер Финн, господа. Просто на сервере приехали? Мистер Филипп. Но все его называют мистер Финн. Кого называем мы мистер Финн? Вот мистер. Спайс. Который Спис. А, Спайс. Окей, все равно я не запомню имя. Ну да. Ну, господа, я ожидаю как бы вашей готовности. Антуан, Илья. А, у нас кто-то вылетел. Файл. Да, наш же семеро. Да. Понимаю. Мистер... А, ты типа решил во ходу выйти из невидимки, да? Вернее, вы наоборот зайти. Да, я зашел, да, да, зашел. И тебя нахуй кикнуло. А, ну давай еще раз попробуем. Только сейчас не буду заходить в невидимку. Так, вижу. Походу тебе нужно все-таки не заходить в невидимку. Ну я понял, сейчас попробуем так. Типа игра считает, что мол, ага, ты пидорас, ты попался, ты не в сети. Все может быть. Поехали. Как говорится, но у мистера Нубаса нет микрофона, так что ну, приготовьтесь к этому. Возьмите этого внимания. Мы в Дискорде забудемся? Да, да, да. Окей. Дайте передать. Ой, тут человек, у него копье немножечко застряло в теле. Неприятно. Ну Артём грузится, а он не последний. Я не последний. Я ж думал тебя лошить начать. Ну как всегда, в принципе. Да. Я сегодня сломал систему. Так, Александр, замутись, пожалуйста. Даниил, замутись, пожалуйста. На себе Марс сменил из-за этого. Пожалуйста. Вот, я забыл имя нашего злодея. Опа, здорово, дурачок. Сегодня у нас Артём. Серьёзно? Ладно. Готовьтесь. Тебе пиздец, лох. Да. Was that real? This can't be real. Опа, петарды. Кто там бегает, брат? Так, кто там в соседнем доме, брат? Понял, всегда рядом с Антоном. Артём, иди нахуй!
Привет. Пшел нахуй. Нахуй, пшел от него, слышь? Он за тобой. Давай сюда, слышь? Может меня попробуешь трахнуть, уебок? Не, я за ним уже пошел. А если я захочу, может быть, пойти за тобой, уебок? А, отбегаешь. Блять, ну нахуя, нахуя, нахуя перелезаешь, дурачок? Он у тебя, он ломает дверь тебе, брат. Уходи. А как красиво. Так. Йо, не спасся, смотри, как ухожу. Не успел. Принесите, пожалуйста. Повезло тебе, сука. Как всегда, удачливый. Ну, столько раз мог попасть по мне и спасти его. Это смерть на твоей вине будет. Не-не, дружок. Это ты, пидорас, здесь. И что? И что? Как скажешь. Ну, Антон сам ошибся. Артём пидор, конечно. Но он сам ошибся, пизда. Прям очень сильно ошибся. Где свет тут порубал, сука? Нихуя не видно совсем. Вита лежит. Шкаф. Тут можно полицию вызвать. Если будет юзбокс.
Артём, если ты рядом, иди нахуй. Не-не, иди нахуй. Иди нахуй. Кто-то попался в ловушечку мою. Какую ловушечку? Соси хуй. Слушай, брат, он ебанутый там, вообще ёбнутый, хуесос. Беги, беги, беги нахуй. Слышь, ебанутый, давай нахуй. Да не, ничем, уходи. Я буду в порядке. Просто съебываю сам. Тут куча ловушек. Ловушка. Да не, не, я показал. Да никого здесь показал. Парни, там у машины приколы лежат, у синей. Ну, не открываем. Идите-ка. Давайте сами вас закинем туда. По мне выстрелили, мне показалось. Урод, козёл. О, мой бог! Что произошло? Ту-ту-ту-ту-ту! Дэдли будем искать. Может, идешь сосать? Спасибо, что открыл. Помоги, Виталий, помоги. Мне нечем. Виталий, помоги. Привет! Ебать ты пидор, конечно, Артём! Как тебе везёт! Я доставлю тебе больше хлопот, чем ты думаешь. Слепи отсюда. What's more? Сосать, блядь. Парни, к синей машине идите, там почти все есть, кроме батареи. Huh.
Ладно, я устал. О, чего? Угу. Давай, сука, вылезай. Я знаю, что он меня видит, парня. Это будет финальный бой, очевидно, я тут не выиграю. Нихуя нет. Я почти все на первую машину поставил. Стоял тот, топливо лил, блядь. 300 раз его ударил. Хуёво, что он вас всех расхуярил. Обидно, что мы еще Джарвиса не вызвали. И батарею так, блядь, нихуй найдешь. Где она была, хуй его знает. Да мне похуй, педрила. Хуёво, что никто батарею не оставил. Спасибо, что пытался открыть мне дверь. Ты на капкан почти упал, сучара. Как ты его обошел? А, ты ж уёбище. Я помню, ты один играешь. Я ж забыл, ты Артём. Да я пару раз играл. Да я все знаю, Артём. Ты уже там и дрочил на игру, я уверен. Вот они ставят капканы. Ты там и на игру дрочил, я помню. А потом ты спрашиваешь, почему тебя хейтят? Я, в отличие от остальных, не убивал их на месте, я им давал шанс выбраться. Ничего не знаю.
Ильей. Ну официально Артём гей. Короче, ничего нового. Да.